Мы также решили устроить свой опрос в нашей группе ВКонтакте и выяснить, где кировчане планируют провести свой летний отпуск. Озвучу самые популярные ответы. 24% собираются объехать Кировскую область, 22% наметили другие российские города для путешествий и всего 8% отправятся в Турцию или Сочи. С планами на летний отдых поделились и прохожие на улицах города в рубрике. В эфире рубрика «Мобильный журналист». Сочи. Ну, в конце июля поеду с родителями и сестрой. Ну, работать только, пока не особо нету планов. Поехать в Саратов к родственникам. Хочется, конечно, на море. У меня жена едет в Эмираты, а я работаю. Пока не планировала. Вот заработаю много денег, поедем в Эмираты, а так нет. Садово-огородная работа. Будете растить урожай, да? Ну, немножко поработать, немножко отдохнуть. Хотя бы просто где-нибудь в области. Сейчас дальше, чем на неделю вперед, я уже давно ничего не планирую, поэтому не могу ответить. Ну, а в том году куда ездили? В Турцию. Так, а в этом не хотите снова в Турцию? Ну, если получится, конечно. В Питер в августе. Собираюсь с мамой, с ее друзьями. Прошлым летом, наверное, был в Анапе. Вот, на будущее еще планов нету, к сожалению. Ну, какие-то идеи, наметочки? Может быть, снова Анапа? Может быть.